Поздний вечер на Савеевском источнике – слезы Казанской Божьей Матери. В умиротворенной праздничной атмосфере свершается молебен духовного лица. По традиции его провел настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей протоиерей Виталий Сладков. После этого был проведен обряд освящения источника. Прихожане умывались ледяной водой и набирали емкости, чтобы унести их домой. То ли сказалась плюсовая температура, то ли сила веры прихожан была особенно сильна, а желающих искупаться в купели было непривычно много. Для понимания обряда крещенского купания нужно обратиться к символическому значению воды в Ветхом Завете. Вода – символ зарождения всего живого на земле, а в дни крещения – это святыня, способная исцелять и наполнять человека душевными силами и бодростью. Преображение прихожан после купания нам удалось оценить на месте события. Очень отличное ощущение. Прекрасное. Даже неописуемое. Советуете без тренировки погружаться? Советую. Конечно, советую всем, всем советую. Все без тренировки. Супер, очень здорово. Советуете? Класс, класс. Советуем, конечно, ребят. Себя проверить и поверить, может быть. После обряда верующим предлагалось восстановить силы чаем и пирожками. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.